27 июня 2003 года. Актовый день в стенах Российского научного центра хирургии. День особенно торжественный. Вся медицинская общественность отмечает замечательные даты. 40-летие крупнейшего научного учреждения страны центра хирургии и 95-летие его создателя Бориса Васильевича Петровского. Накануне этого события почетному директору центра академику Петровскому за величайшие заслуги перед отечественной медициной президентом страны был вручен орден святого апостола Андрея Первозванного. У Бориса Васильевича Петровского в жизни было много побед. Он награжден 20 орденами и медалями. Он академик Российской академии наук и Академии медицинских наук. Ему присуждены Ленинская и государственная премии, а также премия имени Бернара. Он почетный член более 30 иностранных университетов, академий, обществ, ассоциаций, герой социалистического труда. Но, пожалуй, самым главным, самым почетным для себя Петровский считал звание врача. Выросшее под его руководством не одно поколение высококлассных медиков передавали и передают опыт молодым специалистам. Невидимая, но в то же время такая ощутимая нить, связывающая беленых сединами учителей и учеников, не может и не должна оборваться. Что же мы считаем самым важным? Первое – это, конечно, создание школы отечественных хирургов. Школа отечественных хирургов. Целый ряд талантливых наших учеников имеет свою уже школу. В ряде вопросов они превзошли своего учителя. И это награда, высочайшая награда хирурга. Наш фильм не автобиография Бориса Васильевича Петровского. Ведь рассказать обо всем, что сделал для науки, для своего отечества этот ученый, врач, удивительный человек, просто невозможно. Наш фильм – попытка осветить только некоторые грани большой, честно прожитой жизни талантливого отечественного ученого-медика. В основу фильма легли бесценные архивные материалы Центра научной медицинской киновидеоинформации Российской академии медицинских наук. Итак, слушайте и смотрите. Мой отец – земский врач. Я помню, как в селе Благодарное Ставропольской губернии мы шли с ним по улице, ходили, и ему низко кланялся народ, потому что врач действительно самый уважаемый человек. Вопрос о выборе профессии не стоял. Петровский приезжает в столицу и поступает на медицинский факультет Московского университета. Отработав и отслужив в армии по окончании вуза, Борис Васильевич приходит на работу в Московский онкологический институт на должность научного сотрудника. Работая у Петра Александровича Герцена, уже тогда Петровский мечтает о создании своей команды, своей школы. Защищенная в 1937 году кандидатская диссертация молодого ученого была посвящена капельному переливанию крови. Свои идеи он проверит на практике совсем скоро. 1939 год. Начало Советско-финской войны. Петровского назначают заместителем начальника полевого госпиталя действующей армии на Карельском перешейке. Но главное испытание было еще впереди. С первых дней Великой Отечественной войны Петровский – ведущий хирург фронтовых армейских госпиталей. Тысячи солдат и офицеров обязаны жизнью его искусству хирурга. К нам попадали ранения с повреждением сердца. Я оперировал 23 раненых сердца и перикард. А мне пришлось оперировать и лечить 12 полководцев нашей страны. Они говорили так: мы выиграли войну ранеными. И это действительно так. Я помню одного своего пациента, которого под Волоколамском я оперировал по поводу
ранение живота. Смертельное ранение. Удаление нескольких десятков сантиметров кишки. Ушивание печени. Ну, я думаю, уже поехал в тыл. После таких ранений воевать трудно. И вдруг я его вижу в Туле. На носилках, в школе, в нашем госпитале. Он лежит и стонет. Оказывается, у него еще ранение груди с открытым пневмотораксом. Мы его быстро взяли в операционную, я его оперировал, закрыл открытый пневмоторакс, удалил часть легкого, и он выжил. И однажды член военного совета пришел к нам на обход. Это был 42-й год. Он посмотрел на этого раненого. Мы ему доложили. И вот рядом лежат раненые и видят этого человека, и знают, и он проявил себя героически во время этой войны обороны Тулы, по существу обороны Москвы. И прослезился наш генерал, причем очень суровый, очень строгий генерал, член военного совета. Он снял свой орден Ленина и прикрепил на грудь этого человека. В сложной и опасной военной обстановке Петровский продолжает заниматься наукой. Он успешно применяет введение крови в сонную артерию, а затем непосредственно в аорту. Эта отрасль медицины, родившаяся в недрах хирургии, в известном смысле обязана трудам великого ученого и его научной школы. Военный опыт хирургического лечения огнестрельных ранений сосудов лег в основу докторской диссертации Бориса Васильевича Петровского. В 50-е годы увидело свет уникальное издание «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне» в 35 томах. 19-й том, посвященный ранениям сердца и сосудов, был Петровского. В 1956 году Борис Васильевич избирается руководителем кафедры госпитальной хирургии Первого Московского медицинского института имени Сеченова. С этого периода начинается формирование научной школы Петровского. В течение нескольких лет тематика, интенсивность научных изысканий и деятельность коллектива кафедры и лабораторий расширялись. Возникла необходимость перестройки работы в новых условиях. В 1963 году был создан объединенный с кафедрой научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии, ныне Российский научный центр хирургии. Кафедра госпитальной хирургии Первого Московского медицинского института имени Сеченова стала работать в связке институт-кафедра, а научная школа получила мощный фундамент для дальнейшего развития. Лечить, учить, искать, внедрять достижения науки в практику – таков девиз Петровского и его учеников. Мы оперировали на легком, на сосудах, на аорте. И должен сказать, что мы пересмотрели многие положения, которые не позволяли нам взять крепости, крепости невзятые в хирургии, а именно хирургия пищевода, хирургия легких, хирургия сердца. Много сделано в плане эксперимента. И учитывая большую экспериментальную работу, был предложен аппарат искусственное сердце и легкие, аппарат искусственного кровообращения. И сегодня во всем мире эта методика применяется абсолютно во всех центрах хирургии. Весь объем вмешательств при патологии сердца выполняется в наших крупных центрах хирургии в стране. И мы впервые в нашей стране, в нашем центре организовали исключительную систему микрохирургии, операции под микроскопом, и пришивали все пальцы, все конечности, фрагменты бедра, фрагменты голени, предплечья, рук, кистей. А затем появилась возможность пересаживать из других областей на сосудистые ножки вместе с нервами. Пересаживать, например, пальцы ног конечностей на руку. А возьмите пересадку сердца, печени и других органов.
Сегодня уже пересадка печени и сердца осуществляется. В частности, в том центре, где я работаю в качестве почетного директора. Это моя школа, мои ученики сегодня идут по пути дальнейшего роста нашей хирургии. Поэтому сегодня мы выдвигаем лозунг реконструктивной хирургии. Как можно меньше удалять, ампутировать, экзортировать, удалять отдельные ткани. Все время нужно стремиться восстанавливать. Приоритеты академика Петровского и его научной школы. Наибольший в мире опыт хирургического лечения ранений сосудов. Использование лоскута диафрагмы на сосудистой ножке для пластических целей. Разработка методики комбинированного доступа к загрудинному и внутригрудному зубу с оригинальным методом удаления внутригрудного зуба из шейного оперативного доступа. Создание и первое в мире успешное клиническое применение нитиноловых протезов с памятью собственной конструкции для эндопротезирования. Открытие физиологических механизмов функций и свойств клапана аортального комплекса корня аорты человека. Эта памятная табличка прикреплена у входа в одну из операционных центров хирургии. Именно здесь Борисом Васильевичем Петровским впервые в стране 15 апреля 1965 года была произведена операция по пересадке почки человеку. В центре хирургии в 1975 году был создан крупнейший в мире комплекс многоместных медицинских барокамер. С 1992 года учениками Петровского осуществляется родственная трансплантация печени. На протяжении многих лет Петровский отстаивал перспективы искусственного сердца, проводил экспериментальные разработки. Научная школа Бориса Васильевича Петровского удивительно велика. Десятки его учеников имеют уже свои научные школы, продолжает дело учителя. Всех их отличает новаторство в решении научных проблем, умение не останавливаться на достигнутом. Ученики Петровского известны во всем медицинском мире. Год от года поднимают они престиж отечественной хирургии на новую высоту. В своей книге «Героизм, драматизм и оптимизм медицины» академик Петровский писал: «Если вдуматься в понятие учитель-ученик, то ведь это связь времен. Сохранение, упрочение и приумножение традиций в науке и жизни, сохранение основных моральных принципов, стремление прославиться, превзойти своих учителей, оно закономерно и полезно, если честно и откровенно». В Музее Российского научного центра хирургии множество экспонатов рассказывают о творческом пути Бориса Васильевича Петровского, о его огромном вкладе в развитие хирургии, медицинской науки, здравоохранения. Напрашивается вопрос, что же способствовало успеху? Будучи одаренным от природы, Борис Васильевич всю свою жизнь много работал. Был необыкновенно организованным, целеустремленным и всесторонне образованным человеком. Но главное, он был врачом. Врачом с большой буквы, потому что умел чувствовать чужую боль как свою собственную. Без подлинной человечности, считал академик Петровский, не может состояться врач. Эту истину перенял он от своих учителей. Все мы являемся учениками Николая Ивановича Пирогова. Это действительно выдающийся, я бы сказал, гениальный ученый. А он участвовал в войнах, он был на Балканах, он был в Севастополе.
А к больному относился так, что если врач не считает больного самым близким себе человеком, таким как член семьи, он не должен быть врачом. Пирогов различал три вида хирургического счастья: слепой случай, ловкость в выборе благоприятных обстоятельств и результат таланта, глубоких знаний. В 1988 году под руководством Петровского выходит в свет книга о врачебной этике, где есть такие строки. Идеал, к которому надо всемерно стремиться, но который нелегко достижим, Пирогов видел в третьем типе хирургического счастья, связанном со способностями и знанием, а мы добавим, с честным и ответственным отношением к больному. Это есть нечто иное, как основа современной клинической хирургии, где находит место и оперативное мастерство, и деонтология, и принципы реанимации и реабилитации. Борис Васильевич Петровский учил будущих врачей не забывать и умело использовать в повседневной практике опыт военных лет. Предотвращение боли – важный момент работы хирурга. Ни одной лишней капли крови, ни одной минуты боли для пациента, находящегося в ведении врача. Это большая задача – борьба с болью и на фронте, и в мирное время. Потому что сегодня наши стрессы доведены до такой степени, что человек воспринимает и горе, и неприятности. Человек воспринимает вот эти преступления на улицах городов как нечто ужасное, гипертрофирует в своем сознании. И добавочная боль, и добавочная потеря крови для него становится трагедией. Успешное решение проблемы боли, вопросов психологии в медицине Петровский тоже считал залогом хирургического счастья. Среди пациентов Бориса Васильевича, а он в течение многих лет был консультантом 4-го главного управления Министерства здравоохранения, были и руководители государства, и крупнейшие ученые, артисты, писатели. Не будет сильным преувеличением, если мы скажем, что великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин теоретически тоже был пациентом Бориса Васильевича Петровского. В книге «Героизм, драматизм и оптимизм медицины» этому факту посвящена целая глава. Следует возвращаться к лечению выдающихся людей, память о которых живет в сердцах народа и смерть которых и лечение вызывают различные толкования. Но это всегда нужно делать серьезно, обстоятельно, изучая все документы, оставленные нашими предшественниками, и обязательно учитывая уровень медицины того исторического периода в целом. Пациентов с таким ранением, как у Пушкина, Петровский лечил и во время войны, и в послевоенные годы. Если бы сегодня попал Пушкин к нам в таком состоянии, то прежде всего мы перелили бы кровь. Сразу взяли бы в операционную, открыли бы эту рану. Если там кишечник пострадал, некроз, можно было бы удалить часть кишечника. В общем, в 70-75% случаев мы бы спасли Пушкина. А тогда лапаротомия была такая опасная, что ее никто не делал. Потому что она всегда заканчивалась смертью. Не знали микробов. Не знали этой асептики, антисептики, это уже не было. Это уж потом все было организовано. И Пушкин страдал, конечно, сильно. В 7 часов вечера 27 января 1937 года Шольц и Донзас пришли к Пушкину. На вопрос Пушкина о серьезности ранения Шольц ответил, что скрыть всю серьезность положения больного не может. А на второй вопрос, смертельна ли рана, заявил, считаю долгом этого не скрывать. Состояние раннего ухудшилось, боли в животе усилились, Александр Сергеевич кричал от боли, хотел застрелиться и даже заставил слугу дать ему ящик, в котором лежал пистолет. Приехавший видный хирург Арнт Спасский, Соломон Буяльский обсудили положение раненого
на консилиуме назначили клизму. Видите, какие лечения. Чего больше не было, и все правильно. После чего состояние больного еще более ухудшилось, лицо изменилось, глаза как бы вышли из орбит. Все услышали мучительные стоны, крики. Раненый попрощался с женой, детьми, а затем прекратил разговор и прощался только. И печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. С 1965 по 1980 год Петровский был министром здравоохранения страны. Все эти годы, несмотря на большую ответственную работу, он продолжал оставаться директором крупнейшего центра хирургии, заведующим кафедрой Первого Московского медицинского института. Борис Васильевич Петровский пользовался непреложным авторитетом. Ему многое удалось сделать. Напомним всего лишь несколько эпизодов. Крупным вкладом в развитие отечественного здравоохранения в тот период явилась организация и строительство в Москве учреждений международного значения – Всесоюзного кардиологического научного центра. Всесоюзного онкологического научного центра. Центра по охране здоровья матери и ребенка. И это осуществлялось при непосредственном участии Бориса Васильевича Петровского. Очень важным считал министр Петровский решение вопросов подготовки медицинских кадров. По его инициативе ведение Министерства здравоохранения были переданы Институту усовершенствования врачей, 10 медицинских вузов, и среди них Первый Московский медицинский институт, ныне Академия, где он работал долгие годы. Каждый год академик Петровский приходил на торжественные заседания, посвященные новому выпуску врачей Московской медицинской академии. Слушал, как произносят выпускники священные для него слова, получая высокое звание врача. Ведь именно по инициативе Бориса Васильевича Петровского в 1977 году клятву врача утвердил Верховный Совет СССР. Серьезным испытанием в 1970 году для Министерства здравоохранения и министра стала борьба с эпидемической вспышкой холеры в стране. Мне, как руководителю Министерства здравоохранения, в 70-х годах пришлось возглавить чрезвычайную комиссию по борьбе с холерой. Это огромнейшая эпидемия, которая на нас надвинулась с востока, из Ирана и из Египта. И, конечно, она причинила нам большие бедствия, но мы справились с ней очень хорошо. Почему? Потому что уже и в процессе этой эпидемии, и раньше создавались средства для борьбы с холерой. В своей книге «Героизм, драматизм и оптимизм медицины» Петровский пишет: «Из этой драматической ситуации сделаны следующие выводы. Необходима бдительность всей медицинской службы. Холера не знает границ.
Необходимы программы на случай возникновения очагов эпидемии. Должны быть запасы антибиотиков и вакцины. Это своего рода руководство к действию для медицинских служб сегодня. Оставив пост министра все последующие годы, как истинный патриот, Борис Васильевич Петровский всем сердцем болеет за отечественную медицину, отечественное здравоохранение. Он не изменил своей жизненной позиции, активной, принципиальной, наступательной, даже в сложные 90-е годы ушедшего столетия. Мы медики, особенно те, которые работают в сфере науки и социологии, они всегда видят опасности, угрожающие стране, требуют и ставят вопрос об улучшении всего финансирования, всей подготовки, снабжения медикаментами, инструментами, приборами, аппаратурой медицины. Мы ставим вопрос о том, чтобы скорая помощь наша и чтобы наша вся экстренная хирургия в стране и вообще хирургическая помощь, а она связана, как вы знаете, и с переливанием крови, и с анестезиологией, и с реанимацией. Это отрасль развивалась бы в первую очередь. С 1957 года Петровский академик Российской академии медицинских наук, но в работе президиума он участвовал еще с конца 1945 года. Все это очень мощный орган. Это собрание крупнейших ученых страны. Кстати, в 1944 году не было ни одной академии медицинских наук вообще. А в 1917-18 году не было ни одного министерства здравоохранения во всем мире. И было организовано у нас. И первое министерство здравоохранения, а раньше это был департамент здравоохранения в Министерстве внутренних дел, как и сейчас он существует во многих странах. Правда, в Америке большое, большое министерство здравоохранения, а Академии медицинских наук нет. И, конечно, сегодня мы должны сохранить эти организации для того, чтобы не потерять того хорошего, что имела история отечественной медицины. 20 февраля 2004 года. Сессия общего собрания Российской академии медицинских наук. На повестке дня научные и организационные вопросы. В работе сессии, как всегда, участвовал и Борис Васильевич Петровский. Покидая Академию после заседания, он не знал, что ступает по ее парадной лестнице последний раз в жизни. Через 2 месяца академика Петровского не стало. Проститься с Борисом Васильевичем Петровским пришли родные и близкие. Пришли те, кто знал его лично, работал, учился у Петровского. Пришли выдающиеся ученые, члены правительства, кто всегда преклонялся перед талантом гения. Пришли в последний раз склонить головы в знак глубокого уважения и любви к академику Петровскому. Thank you.
Учитель умер, но жива наука, жива хирургия, которую он отдал всю свою жизнь. Целый год не было актового дня в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского, потому что это было время скорби по ушедшему из жизни учителю. И только 27 июня 2005 года, в день рождения Бориса Васильевича Петровского, ученые и врачи, сотрудники центра собрались на актовый день, который проходил под девизом «Уважение к ветеранам и дорогу молодым». Открывая заседание, директор центра, академик Борис Алексеевич Константинов, сказал, что сегодня, ни в коем случае не умаляя заслуги и опыт старших товарищей, приоритет отдается молодым и способным. Звание заслуженного деятеля науки получил член-корреспондент Академии медицинских наук Александр Васильевич Гавриленко. Почетным профессором Центра имени академика Петровского стал академик Российской академии медицинских наук Лео Антонович Бакерия. Победителям конкурса на лучшую научную работу Российского научного центра хирургии были вручены премии. Этим молодым и талантливым ученым продолжал дело академика Петровского и его научной школы. Казалось, что великий хирург незримо присутствует здесь, в зале центра, который теперь носит его имя. В этот актовый день состоялось открытие памятника академику Петровскому на Новодевичьем кладбище. Все выступающие вспоминали, каким он был хирургом, ученым, строгим и справедливым учителем, истинным патриотом своей Родины. Через всю свою долгую жизнь Борис Васильевич Петровский с честью пронес высокое звание врача, был верен клятве Гиппократа, верен своим пациентам. И эту верность долгу он завещал своим ученикам, будущим поколением медиков. Не смотрите на звание, не смотрите на национальность, не смотрите на богатство или бедность. Все пациенты перед вами равны. И нас учили так, и мой отец, и мои учителя – второй мой отец Герцен, что нужно относиться к больному как к самому близкому человеку. Нужно сделать так, что врач-хирург, который должен оперировать больному, и у этого больного тяжелое заболевание, и он должен себя поставить на его место и сказать себе, что бы я сделал, как бы я реагировал на это предложение, сделать мне такую операцию, если вы скажете «да», то есть даже себе, даже близкому самому человеку, вы могли бы рекомендовать эту операцию, значит, вы поступаете как врач. Поступаете согласно клятве Гиппократа и клятве наших учителей России.